четырехкратный чемпион Олимпийских игр, абсолютный чемпион Олимпиады, пятикратный чемпион мира Алексей Немов! Будто бы слегка смущаясь от такого количества регалий, Алексей Немов заходит в зал. Именитый гимнаст свой, коренной тольяттинец и частый гость в 63-м регионе. Его открытые мастер-классы для юных спортсменов, которые проводятся благодаря поддержке правительства Самарской области, события регулярные. Ну, это мотивация для детей, это толчок, вот, пожал всем руки, прошел, да, и уже ребенок может ощущать, что он тоже может сделать какие-то комбинации, как и я в свое время делал. И глаза детей, то, что они видят, что ты, то есть свои дети уже не так на тебя не смотрят, а вот чужие слушают и слышат, что ты им говоришь, поэтому это очень приятно. Помогать именитому спортсмену согласились не менее прославленные гимнасты Светлана Хоркина, Эмин Гарибов, Елена Замолодчикова и Денис Облязин. Денис в этом месяце вернулся с чемпионата Европы с двумя золотыми медалями – на кольцах и в опорном прыжке. В мастер-классе он участвует впервые, но, говорит, особо перестраиваться для этого не пришлось. Уже возраст все-таки есть большой, мне уже 27 лет в этом году, и поэтому со спортивной арены перейти на должность тренера – уже становится легче, потому что смотришь как бы на других людей, которые тренируются, им уже тоже и подсказываешь, и что-то еще. Поэтому здесь нет никаких перестроений. Всегда и в зале друг другу подсказываем. Для открытого мастер-класса выбрали необычную форму – эстафету с элементами гимнастики. Дети выполняли упражнения под присмотром именитых гостей. Такой формат захотел сам Немов, чтобы было и весело, и азартно. Рассказал Евгений Николко, его первый тренер. Человека не изменишь. Так, как говорится, горбатого могилы исправит. Но Леша, он положительный, как оставался, так и остается в хорошем смысле идеалом для детей. И они, конечно, дети стремятся похоже быть на него и такого же мастерства добиться в спорте. И впервые событие это было региональным. Три города области – Самара, Тольятти и Сызрань – представили по две команды. В каждой 11 начинающих гимнастов. Анна Ивахина, Александр Каракулько, Новости губернии, Тольятти.